общем, вот это вот на повороте вот дача, вот забор поваленный, она мне много лет во снах мистических снилась. Что я из Самары доезжаю сюда вечером и ночую в этом доме. В нем так уютно и тепло, вот именно на этом как бы косогоре. Представляешь, и вот мы сюда дошли посмотреть, что тут есть. Забор. Что-то собаки какие-то. Это мы уже почти подходим. Вот следующий. Ба, тут зимой собак держат. Не ожидал. Сейчас определимся. Живут или не живут. Дед мой этот дом строил. В 60-м году дом построен. Все видно. А вы сажали ее, да? Нет, это уже после. Так мы с дедом тут сидели, электрички считали, и вот этот звук я под него засыпал. Вот тут я 9-летним мальчишкой бегал. И отец тут был молодой, и дед с бабушкой еще живые были, и тетя Ира. И Санюшка школьницей была. Все заросло. Вот тут яблоня имени Саши, сестренки, яблоня имени Миши, моя яблоня имени Сережи. Его братика любил дед яблони называть. Детство. Имена. Просыпаюсь в этом домике, вот в этом окошке лежу, прям голову высунул, часа два дня, а мне вишенка в рот с дерева смотрит. Ай, ель, а тогда и саженца этого, наверное, еще не было, вот этой ели. Вот задняя часть дома. Постройки, все дедовское. Да, да, вот тут мы и жили. Ветереет.
Вот еще раз побывал в детстве в Голожопом, где мне было 9 лет. Дачка так и стоит. Законсервированная. Жалко. И хозяин не объявляется, поискать, что ли. Подумать над этим вопросом. Мое детство не пробегало. Исчез. Привет. 12-часовой велопробег, посвященный дню рождения нашей любимой Самары, благополучно подходит к концу. Еще 15 километров, и мы будем дома. Днем рождения, Самара. Девушка, куда же вы так 12 часов крутили-то? По полной программе. Самара, Новокуйбышевск, Самара. Нифига себе, да вы спортсменка. Круче. Ну ладно, едем дальше.